На библейский портал Экзагет поступил вопрос. Увидела, как коллега ворует. Доказать не могу, доносить не хочется. Как быть? Ну, я думаю, что здесь, наверное, не ответ, а скорее всего размышление на эту тему будет. Потому что если мы берем юридическое понятие воровства, как тайное хищение чужого имущества, это одно. С другой стороны, помните, как в 30-е годы колоски, которые собирались с полей, у власти тоже вызывали желание прекратить грабеж и воровство. Но мы же понимаем, что люди несли себе в дом потому, то, что валялось уже на полу и никому не нужно было. И они пытались накормить свою семью, но власть расценила и люди. Расценили. И даже те, которые э, сдавали этих людей, они расценивали это как воровство и считали себя вправе э, пресечь противоправные действия. Это одна сторона медали. А с другой стороны, э, был такой э, источник права, кодекс э, царя Хамурапи. Там очень было а, интересное положение, что если кто-то обвиняет другого человека в преступлении и не может это доказать, то он попадает под санкцию преступления, под которое подводил человека. Обвинил человека в убийстве, не смог доказать, тебя убили. Обвинил человека в воровстве, не смог доказать, тебе отрезали руку. Обвини... В чем винил человека? В том, что ты сам, получается, виновен. Есть еще одна сторона этих обстоятельств. Вот вы знаете, когда человек видит грех другого человека, только в том случае, когда внутри его этот грех существует. Да, он может быть не реализован, но он уже внутри его есть. Так вот то же самое, когда в человеке есть грех, тогда он этот грех видит в другом человеке. Когда внутри тебя греха нету, то всякий, который рядом с тобой находится, это образ Бога. А поступок это уже следствие греховного существа. И поступок, и человек это не одно и то же. Человек может покаяться, и поступок свой загладить и возместить. А образ Бога как в нем был, так и он и остается. Поэтому вот человек спрашивает, как быть? Доносить он не хочет. Я думаю, что вот в Евангелии от Матфея есть замечательная такая строчка. «Если согрешил брат против тебя, подойди, обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрет и брата твоего». Можно, если вам на самом деле кажется, что происходит противоправное действие, которое приносит вред окружающим людям организации, обстоятельствам, то стоит об этом поговорить с человеком. Но опять же, не думайте, что если на самом деле это происходит, человек встретит вас э, с покаянным лицом и распростер, распростертыми объятиями. Вы попробуйте выйти на улицу, не подойти к любому курильщику и сказать ему, что он э, мучает свой организм тратит свои собственные деньги и портит окружающую среду. Ну, ничего доброго с этого не получится, потому что э, курильщик не страдает от своего греха, он наслаждается своим грехом. То же самое любой человек, который совершает грех, он наслаждается своим грехом. И даже не те, кто страдает клептоманией, а просто человек, который совершает какое-либо противоправное действие. Так вот, э, а в Евангелии есть продолжение. Если не послушают, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церковь не послушает, то будет тебе как язычник и мотарь. Вот, в любом случае, я думаю, что вот сейчас вспомнилось обстоятельство одно, когда э, в Афонском Патерике описывается, как э, одному послушнику казалось, что из кельи старца выходит женщина. И он раз ее видел, два ее видел, а потом пошел и гуменную рассказал. На самом деле э, никакой, конечно, женщины там не было. Ну, вот так вот дьявол может устроить, что человек будет подозревать человека в каком-то противоправном действии, а на самом деле его не будет. Я думаю, что в любом случае надо начать с того, о чем говорит Евангелие. Если вам на самом деле кажется, и это происходит неоднократно, то лучше подойти к человеку и напрямую ему об этом сказать. Что вот, брат, мне такое впечатление создалось, что ты своей, своим действием приносишь нам вред. Этот вред юридически выражается в формуле присвоения себе чужого имущества, что есть воровство и карается законом такой-то санкции, либо другими какими-то словами, но деликатно и понимая, что на самом деле, может быть, это не так, а может быть, какое-то другое обстоятельство на которой вам неизвестно, существует между вами и ним. Если он вам объяснит, для чего это происходит, то, может быть, ваши ожидания там утешатся и удовлетворится чувство справедливости. Ну, с другой стороны, любое противоправное действие, оно, конечно, есть зло, и в первую очередь со злым, с любым злом нужно молиться, бороться с помощью молитв. Помоги всем Господи. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.